Люди с буквы «Т» в имени отличаются страстью и пламенной натурой. Гласная буква «А» придает движение вперед, но выбор и нрав этого имени диктуют другие буквы, заключенные в имени носителя. Носители этого имени умеют подстраиваться под других людей. У владельца этого имени очень явно проявляются такие внутренние качества, как независимость, воодушевление, активность и оригинальность. Может быть и великодушным сопереживающим человеком, филантропом, стремящимся подняться на высший духовный уровень. Не терпят владельцы этого имени праздной жизни и готовы к подвигам. Буква «Ю» в этом имени дает гибкость мышления. Считается, что если в имени присутствует буква «С», то это признак властности и капризности. В любви эти люди непостоянны и предпочитают часто менять партнеров, чтобы не потерять собственную свободу. Буква «Л» в нашем восприятии вызывает неоднозначные ассоциации. Эта буква наделяет людей заносчивым характером. Экстравагантность и отсутствие внимания к общественному мнению может ударить по репутации в будущем. Также считается, что букве А в этом имени свойственно стремление всегда быть во всем первым. Острый критический ум, усердный работник, но не переносит безрезультатного труда. Они всегда стремятся отыскать во всем правду. Жизнь сулит таким людям много испытаний, но врожденный здравый смысл и позитивный настрой помогают им довольно легко переживать невзгоды. Буква «Л» в этом имени придает личности артистизм, богатую фантазию, литературные способности. Главные качества личности – лидерство, динамичность, властность и независимость. В личной жизни они не слишком удачливы, у них может не быть взаимопонимания и согласия в семье. Буква «Н» в имени означает протест, внутреннюю установку не принимать все происходящее без разбора, умение отфильтровывать полученную информацию, отбрасывать второстепенное и оставлять главное. Блеск, искрометность – вот впечатление, которое оставляет после себя обладатель этого имени. Подавив в себе стремление к накопительству, владелец имени сможет реализовать свой богатый духовный потенциал. Обладатели имени трудолюбивы и упорны, но в чувствах редко способны на нежность и внимание, проявляют лидерские качества и не нацелены на достижение результата. Обладатели буквы «Н» в этом имени отличаются стойким характером и умом. Буква «М» в имени дает большую внутреннюю силу. Им, как воздух, требуется впечатление, возможно, застенчивость. Из-за того, что они переживают, могут становиться филантропами. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.